Венгрия продолжает свою топливную политику, несмотря на недовольство Еврокомиссии. В конце мая правительство страны запретило иностранцам покупать бензин и дизель по льготным ценам. Они действуют только для тех, у кого машины с венгерскими номерами. Венгрия заморозила цены на топливо в ноябре. Сейчас в стране литр бензина стоит 480 форинтов, или 1,23 евро. Это примерно на 1 евро дешевле, чем в среднем по Евросоюзу. В итоге в приграничном городе Эстергом начали массово заправлять машины словаки. Однако премьер-министр Виктор Орбан решил остановить такой бензиновый туризм и ввел новые правила. Теперь все иностранцы платят за топливо на 70% больше, чем венгры. На прошлой неделе Еврокомиссия призвала Орбана прекратить продажу бензина по разным ценам. Она также напомнила, что может предъявить Венгрии судебный иск. Думаю, каждая страна имеет право сама устанавливать цены на топливо. Когда в ЕС сделают зарплаты и пенсии одинаковыми для всех стран, тогда мы согласимся, что цены везде должны быть одинаковыми. Это портит отношения Венгрии с другими странами – Францией, Германией, Италией и Словенией. Это какое-то неправильное мышление. Между тем, премьер страны говорит, что таким образом защищает венгров от плохих экономических последствий. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.